Здравствуйте, с вами канал Свет 7, и сегодня мы сделаем обзор на подвесную люстру Майтони Эрих. Она отлично подойдет для установки на потолок, но только очень высокий. Такая подвесная люстра, вот с такими вот круглыми плафонами, освещает помещение примерно 18 квадратных метров. Производитель Майтони рекомендует использовать для устройства лампы накаливания с цоколем Е14 и мощностью 40 Вт. Всего ламп 8. Сейчас обратимся к параметрам этой люстры. Она достаточно большая, широкая и объемная. Ширина этой люстры 960 мм. Высота 129 мм. Очень высокая, очень длинная, что даже не вмещается в кадр. В коробке все это разложено, то есть можно собирать просто как пазл. Внутри вот этой палки у нас располагается провод. Провод тянется отсюда, и он вот там вот заканчивается. И в самом конце идет основание, но я его не стала приделывать, чтобы сказать вам о его параметрах. В общем, для такой люстры нужно иметь в виду очень большую площадь. Про такие немаленькие параметры самой люстры, которая в конечном итоге будет выглядеть примерно вот так вот. Сейчас обратимся к параметрам. Отверстия для саморезов и отверстия для провода. Так, диаметр у нас будет равен где-то 11 сантиметров. Сантиметра полтора от середины до правого края и также 1,5 сантиметра до левого края. Основание металлическое, собственно, точно так же, как и арматура люстры. А плафон у нас стекло, и он прикрепляется вот так вот. Такое сочетание красивое. Белого матового, такого благородного золотого цвета. Вот тут по кругу расположено отверстие, куда как раз вставляются вот эти основания для плафонов. Вот это откручивается у нас все. Вставляется, прикрепляется, закручивается вот на болтики. Просто люстра настолько огромная, что собрать и показать ее будет сложно. Размеры вот этого плафона 150 на 145 миллиметров. Вот здесь вот у нас где-то 35 сантиметров. Вот здесь вот у нас 60 миллиметров. Это само основание 10 сантиметров. Эта люстра идеально впишется в современный интерьер. Также в очень большое пространство с большими потолками и с большими площадями. Имейте это в виду. Если желаете приобрести эту люстру, то переходите по ссылке в описании, где люстра Майтони будет по акции. Надеюсь, вам понравился наш обзор. Всего доброго и спасибо!